Всех приветствую. Сразу говорюсь, что завтрашний ролик не совсем формат нашего канала, но, как вы помните, мы ездили в город Саранск и занимались непосредственно компанией NC-Farm, интервьюировали их сотрудников. Что в остатке, не буду, как говорится, спойлерить. Вот. По итогу, если все подтвердится по документам, есть большие вопросы к Минздраву и вообще к фармацевтике России. Что ввозится за препараты у нас в страну, что происходит в дальнейшем с людьми после их приема. Да, вопрос качества, скажем так, открытый. Смотрите видео.